Режим ЧС, который был объявлен в начале июня из-за срыва посевной кампании, отменен. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Виктор Томенко накануне подписал соответствующее постановление. Аграриям за это время удалось максимально устранить последствия переувлажнения почвы. Изменили структуру посевных площадей и сортовой состав сельхозкультур. Специалисты все силы кинули на борьбу с сорняками, болезнями и вредителями, которые появляются из-за чрезмерной влаги. Режим ЧС снят, но на территорию края пришла засуха и жара. Это тоже может негативно отразиться на посевной, а впереди уборочная кампания, сроки которой из-за погоды существенно сдвинутся.